Салон по оказанию интимных услуг работал в Самаре около года. Его организовала супружеская пара Ирина и Кирилл Кипенские. Своих сотрудниц искали по интернету, обещали высокую зарплату. Всего в салоне работали свыше десятка девушек. Некоторые из них проходят по делу как свидетели. По их словам, зарплата могла достигать до 100 тысяч в месяц. На работе нужно было обязательно появляться в платье и на каблуках, и ни в коем случае не употреблять спиртное. Большинство девушек приезжие из Самарской области, они предоставляли жилье, и каждый день водители за ними заезжали, данных девушек собирали с различных адресов и развозили по местам заказа. А стоимость интимных услуг составляла от 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей за час. Невыход на работу, в частности, за деятельность вне данного салона были предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Кириллу Кипенскому уже назначили наказание, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его супруга Ирина свою вину отрицает. Считаю, что вина моей подзащитника в ходе предварительного следствия, так и в ходе уже судебного следствия доказана не была. Я убежден, что единственным справедливым, мудрым решением в отношении Кипенской Ирины Петровны будет вынесение оправдательного приговора. Обвинение требует назначить Ирине Кипенской наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей. Приговор вынесут в понедельник, 5 декабря. Алина Чемери, Станислав Левин, события.